Вадим Викторович, поздравляем с победой вас. Спасибо. По счету она оказалась достаточно легкой. Что вы скажете в ваших комментариях? Ну, сегодня ребята очень ответственно подошли к матчу. Скажу так вот банально. Вышли с первых минут заряженные, настроенные. В принципе, хороший контроль с первых минут показали. Удачно подключался вратарь. Удалось забрать инициативу с первых минут. И эту инициативу мы, наверное, реализовали в то преимущество, которое имели. Плюс 3 после первого тайма. Ну, во втором сыграли немножко по счету. Больше внимания уделяли контролю мяча. Старались не обижать какие-то авантюрные контратаки. Но я считаю, что более-менее получилось. Более-менее спокойно прошла концовка. Удалось спокойную концовку взять. Все-таки преимущество в конце в 3 мяча. Ну, это было удобно. Скажите, как будете настраивать своих парней перед завтрашним матчем? Потому что сегодня вам достаточно контролировать мяч, чтобы не пропускать, что вы им скажете перед завтрашней игрой? Слушайте, ну, ребята все достаточно взрослые, их не нужно как-то специально настраивать. Я уверен, что все понимают и завтра выйдут с таким же желанием, настроем на второй матч, как и сегодня.